Ну вот посадка рекордного горного маршрута. Болтался я на почти полтора часа. Для первого раза в горах чудесно. Летал почти полтора часа. Был высоко, до 1000 набирал. И вот он сейчас заходит на посадку. Сейчас он крутится над полем, чтобы определить направление ветра. И заходит на посадочку. Посадка на фоне Тавора. Вывесился, молодец, хорошо. Вот заходит плавненько на посадочку. Чудесно, 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 чудесно. Оттормаживайся, подушку делать, а подушку делать, чайник кофейный. А притормозить крыло перед посадкой? А подушку сделать? Чайник кофейный. Ну, как первые ощущения от горных полетов? Что ты говоришь? Так надо было вылетать вот под тучи, надо было вылетать, искать термики. А ты болтался в динамике над горой в надежде, что тебе там что-то придет. Ну давай, пару слов для прессы. Как было? Коль, было все прекрасно. Беседер? Беседер взлетел. Все было хорошо. Сел. Две руки, две ноги. Чудесно. Одна посадка голова. На фоне Назарета. Вот это Назарет, вон на горе. Вот это Назарет, а вот это вот Тавор наш родимый. Все, девочка. Пока вот я там летал, меня еще держало. Как только в поле. Помаши маме ручкой.